Привет. Привет. Я тебе чай приготовила. Не могла коктейль приготовить какой-нибудь лучше? Коктейль? Ну, я не умею. Да там все просто. Берешь все, что есть в холодильнике, вот так вот режешь мелко-мелко. Туда и газировка залила, все, пожалуйста, коктейль. Ну, разве так бармен готовит коктейль? Ну, вот можешь в эту кружку вот налить и вот ее вот так вот пожонглировать ей еще. Пожонглировать кружкой? Да. Я тоже не умею. Сейчас научимся. Для этого у нас и передача есть. Вечерняя ветка. Пойдем, пойдем. Точно? Пойдем, конечно, конечно. Сейчас жонглировать будем. Вечера, прямой эфир, вечерняя вятка, ура, ура, все, рабочий день, мы считаем, что можно сказать, что закончен, поэтому откладывайте все свои дела, приступайте к нам, подходите ближе к своим экранам, ну и, конечно же, смотрите вечернюю вятку. Алис, как бы сейчас сказали немцы, все, конец, заканчиваем рабочий день, переключаемся на развлечения, на отдых, на кайф, можно так сказать, потому что сегодня в студии вечерней вятки два замечательных человека, очень скромно я сказал, это Алена Милина. И Николай Захарченко. Вот такие мы хорошие. Что вас сегодня ждет? Вас сегодня ждет, первое, это хорошее настроение, отличное времяпрепровождение, потрясающие сюжеты, гости, люди. Мы еще раз, что-то решил не скромничать сегодня. И много подарков. По-моему, отличное время вечера. Я бы такой вечер каждый день проводил. Да, и самое главное, если вам вдруг скучно, если вы вдруг хотите общения, мы с удовольствием с вами будем разговаривать. Сегодня будем читать ваши сообщения в прямом эфире. Возможно, вы уже там найдете своих единомышленников. Где? В группе ВКонтакте «Девятка Тавакирова». Заходите туда. Пост прямой трансляции наверняка там уже есть. Вы заходите в комментарии именно под постом и пишите туда вопрос на тему вечера. Да, вот такая простая вещь. За комментарий подарок. Ну, если он окажется классным, лучшим и прикольным. Так что пишите, не останавливайтесь. И пока, как показывает практика, чем больше прикольных сообщений вы отправите, тем больше шансов выиграть какой-то приз. Да, друзья, в конце сегодня эфира мы подведем итоги и кого-то наградим. Возможно, самый лучший комментарий, возможно, самый веселый, какой-то нестандартный. Тема. Итак, тема. Тема эфира сегодня — придумайте необычное название для коктейлей, друзья. Также можно писать не просто, знаете ли, название, ну, например, можно, там, что, Анюта, да? Да, что, и что в нем состоит. И почему? Может быть, назову коктейль Анюта, потому что это круто. Вот, хотите стихи? Не знаю, зачем это сказал. Нет, Анюта, и потому что вот так звали, допустим, там, первую любовь, и поэтому это будет очень сладкий коктейль, типа такой. Ну, это какая-то такая вот вещь, предыстория. Мне вот тебе интересны ингредиенты, а мне интереснее именно для чего этот коктейль. Ну, возможно, это для день рождения, да, может быть, это какое-то важное событие, может быть, просто для вечера среды вы решили приготовить вот такой коктейль, да, с таким названием, он идеально подойдет. А вы сегодня проявляете свою фантазию, а мы свою щедрость, да. Дарим подарки. Что сегодня у нас из щедрости? Ох, друзья, сегодня, во-первых, есть вот такой вот билетик, он на две персоны, пригласительный в кино, вы можете посмотреть «Повелитель драконов». Мультик в кино. По-моему, круто, тем более предпремьера, увидите раньше всех, а потом будете ходить такие по работе. А вы смотрели «Повелитель драконов»? Нет? Еще ж премьера не скоро. Премьера скоро, так что вот билет на эту предпремьеру, она ваш будет, если вы напишите классный комментарий. Да, с нас билеты на двоих, с вас отличный комментарий, ну и, конечно же, друзья, с нами вы пойдете бесплатно в кино. Еще у нас есть такая вот классная скидочная карта в сеть шиномонтажных центров, поэтому для автолюбителей подойдет. До сих пор уже надо менять, если не успели, вот как раз для вас специально. Ну и вообще в целом в жизни пригождается очень классная штучка. Ну и это еще не все, друзья, у нас еще есть целый пакет со сладостями к чаю, чаепитие. Оно должно быть, знаете ли, на всех, чтобы вы прям взяли и накрыли щедрый стол. Мы вам в этом поможем, потому что сегодня целый пакет. Тут есть штрудели разные-разные, яблочные. Ой. Тут есть целый пакет вот такого вот печенья, овсяночка. Ну и, конечно же, друзья, ну как без круассанов? Это можно даже на завтрак оставить. Да, вы до сих пор еще не пишете комментарии, но это вы зря, конечно, начинаете это делать прямо сейчас. А бывали случаи, что первые комментарии самые в первой десятке получали сразу подарки, потому что были первые с классные
темой, выбивали по факту остальные комментарии, и все. Но бывало и в конце. То есть, так что думайте. Стратегии разные, если вы обычно планируете победы вот таким образом. Ну что, все координаты вам дали, забыли только об одной, друзья, важной вещи, что нам можно позвонить. О, это же круто, это же вообще потрясающе. Я считаю, что это событие. Я вот в детстве всегда мечтал позвонить в прямой эфир куда-нибудь. Вот сейчас, видите, вырос, вроде как могу позвонить, но не могу, потому что веду это шоу. Но зато ты будешь рад, если вдруг кто-то к нам дозвонится. 35-14-04, телефон прямого эфира. Знаете ли, сделайте счастливым Николая, потому что он все равно хотел быть. Главное, суть-то чего? Это общение, да, правильно? Конечно, говорить хотите. Звоните снова на кону анекдот от Николая, если вы дозвонитесь в прямой эфир. Да, друзья, ну что, мы двигаемся дальше, и на кону у нас не только анекдот от Николая, первому дозвонившемуся, но и еще, друзья, важные, полезные советы. Вот, знаешь, Коль, от тебя часто ли девушки прятали денежки, заначки какие-то делали? Нет, обычно я это делал. Ну нет, никогда особо. Никогда? Просто ты их не находил, мне кажется. Вот в чем дело, Ты смотри, как оказывается, ты глубоко копнула. Оказывается, даже сейчас, друзья, заначки — это еще та самая тема, потому что, знаете ли, что там, карточки доверять, да? А вот когда это реальные деньги, спрятанные где-то в квартире, вот это уже интереснее. Так, кстати, можно даже и играть, да? Такая некая игра. Как прятки, практически. Практически. Okay. Посмотрите, прятки с деньгами. В них, кстати, поиграла Юлия Руш. Как пишут на просторах интернета, спрятать заначку, заработанную непосильным трудом, это прямая обязанность каждого здравомыслящего человека. Сегодня я покажу варианты для работающих дам. В такие места не дотянется ни одна мужская рука. Первый вариант – это тайник в банке с крупами. Что понадобится? Банка, крупа, втулка и, конечно же, деньги. Сейчас я все покажу. Все просто. Берем банку, открываем крышку и насыпаем крупу. Дальше берем втулку и делаем вот так. И сейчас осталось главное засыпать наш контейнер, нашу банку гречкой вокруг втулки, чтобы во втулке осталось пустое место для нашей заначки. Ну что, втулку мы спрятали, ее не видно ни с каких сторон. Все идеально отработано, и теперь остается положить туда нашу заначку. И закрываем крышкой. Следующий лайфхак. Место для заначки в занавеске. Вот что-что, а такое, я думаю, вы точно еще не слышали и не видели. Вроде бы просто занавеска, но есть отверстие. Скручиваем наши богатства в тонкую-тонкую трубочку, потому что на моей занавеске отверстие очень узкое. Скрутили и теперь вставляем. Все получилось идеально, вы только вдумайтесь, разве ваша вторая половинка, ваш мужчина когда-нибудь догадается искать заначку здесь? Да не в жизни. Вряд ли кому-нибудь из мужчин придет в голову проверять расческу. Вы только представьте, почти у каждой массажной расчески есть некие отверстия, которые позволяют нам прятать деньги. Наши честно заработанные пробуем. И легким движением руки делаем вот так. Согласитесь, что ни один мужчина не догадается о том, где прячется наша заначка. Следующий вариант. Ваш мужчина часто гладит? Не думаю. Мало мужчин подходит близко к гладильной доске, а тем более знают, что на ней есть чехол. Именно в этот чехол мы и будем прятать нашу заначку под резиночку. Знаете, я тут пока все делаю, заначки свои прячу, а оператор-то у нас мужчина. И как же его не спросить, что же он думает о женских заначках? Вов, как тебе способы, варианты? Я бы в жизни догадался.
Вот видите, это уже первый отзыв от мужчины. Так что знайте, что это работает. По крайней мере, никто, кроме Вовы, больше этого не видел. И последний мой вариант. У каждой девушки есть шкатулочка, либо коробочка, где хранятся нитки и иголки. И вот туда мужская рука точно не тянется, потому что штопаем всегда мы берем катушку ниток и в серединочку также нашу купюрку. Оп! Тут просто катушка ниток у меня маленькая, короткая, и купюры видно. Вы возьмите побольше, а так лайфхак работает. И главное, девочки, в таких лайфхаках не забудьте, куда вы спрятали свои кровно заработанные. Вот уж точно, на память надейся, но все-таки где-то записать придется. Ну что, интересно, мне кажется, что если по квартире вы заметите, то много таких тайников, где вы можете как раз сохранить то, что вам необходимо, пока спрятать на какое-то время. Ну что, я считаю, полезные советы достаточно. Вот главное, правда, не забывать, потому что я так уже обжигался несколько раз. И это хорошо, если ты находишь его в зимней куртке, как обычно. Но бывает, что потом, через некоторое время, вот, один раз даже нашел деньги, вот, которые уже поменялись. Обесценились. Ну, в детстве куда-то положил. Но это небольшая сумма, но все равно такой думаешь, вот они где. Раритет. Да, вот сам бы никогда не догадался туда положить. Зачем положил? Непонятно. Ну вот, напоминаем, что это не тема эфира. Тема эфира — придумайте название самого необычного коктейля или необычное название коктейля с ингредиентами, можете, с рецептом, вдруг вы умеете прям готовить необычный коктейль, либо просто какой-то... Способом подачи. Способ подачи. Можно, знаете ли, сделать так, чтобы рассказать, к какому именно моменту, какому дню, какому празднику, может быть, в какой-то определенной трудной жизненной ситуации, возможно, он вам будет просто необходим. В общем, важно все, друзья, поэтому пишите, чем тщательнее, интереснее напишите, может быть, где-то вы пробовали тоже, нам обязательно об этом расскажите. Обязательно. Нам сказали, что в группе ВКонтакте пока еще по техническим причинам не идет прямая трансляция. Но, друзья, мы уверены... Это не значит, что нельзя писать комментарии. Конечно, комментарии писать. Включите телевизор и смотрите нас там, и пишите комментарии. Это, наоборот, шанс вырваться сейчас вперед, пока кто-то не может посмотреть. Ага. Это точно, поэтому давайте вперед, включайтесь в процесс. Ну, а мы приветствуем нашу коллегу. Ирина Торопова прямо сейчас выходит с нами на связь. Ириночка, привет, привет. Привет, Ирина. Привет, всем привет. Добрый вечер, друзья. Как дела? Отлично, как у вас? Ты сегодня очень гиперрозовая. Спасибо. Как зефирка. Да, похоже на маршмеллоу немного, да, такое. Зефирку. Зефирка, да. Старалась, да. Расскажи, пожалуйста, возможно, коктейль «Зефирку» мы назовем, да? Кстати, как очень неплохой вариант коктейль. А что там должно быть? Обязательно что-то розовое. Зефир. Зефир, да. С клубничной начинкой, например. Ага. А, ну это жидкость ведь должна получиться, правильно? Я надеюсь, что... Коктейли — это пить. Когда пить. Николай — это жидко. Коктейль с зефирной начинкой. Сверху просто зефир. Сверху просто зефир. Все хорошо. А с чем ты сегодня к нам прибежала? Я к вам прибежала с новостями краудфандинга. Ух ты. Еще раз напомню, что это такое. Есть люди, у которых гениальные идеи, но недостаточно средств. Есть платформа, которая предоставлена как раз-таки для таких людей, где они публикуют свои идеи, и все, у кого есть хотя бы немножечко денежек, помогают вот с финансовой точки зрения. С миру по нитке, все да, просто. Да. Ну что ж, давай первый нам какой-нибудь. Ну что, поехали. Первое. Часы «Feel your time» — «Почувствуй свое время». От автора. Несколько лет назад я мечтала о создании оборудования для незрячих и необычных часов. Часы позволяют почувствовать время в буквальном смысле этого слова. Вам достаточно провести по ним пальцем, и они отзовутся короткой и четкой вибрацией в местах, соответствующих текущему часу и минуте. Вот как вам такое? А что это за такие места, интересно? Они как будто со шрифтом Брайля. То есть вот, чтобы специально для слепых, и там типа на ощупь ты можешь понимать, сколько сейчас время. Это очень прикольное, классное изобретение. Это очень крутая идея. Там осталось буквально, по-моему, 9-10 тысяч собрать. То есть проект достаточно популярный. На циферблате по кругу расположено 12 выпуклых делений. Проводя по ним пальцем, вы ощутите вибрацию. Двойная вибрация соответствует попаданию на минутную стрелку, единичная на часовую. То есть продумано абсолютно все. Еще вот так сделано, да? Да. Класс. Есть, конечно, два дизайна, черный и белый, как вы видите. Ну, в общем, идея очень крутая, я считаю. Странно, что есть дизайн черный и белый.
Ну почему нет? Ну, такое, как будто немножечко с иронией. Ну ладно, хорошо, классное изобретение. Почти, смотри, сколько собрали уже достаточно. Все, они уже почти, можно идти и производство. Искать. Все, так что, друзья, если вам есть такое желание, возьмите. Идея крутая. Идея крутая, да, правда, очень классная. Вот, поэтому прикольно. Что и что нам еще приготовилось? Да, следующий проект «Береста. Больше, чем просто чашка». Производство керамических чашек из бересты соединяет в себе два древних русских ремесла – берестяной промысел и керамическое производство. То есть проект нацелен на восстановление, скажем так, вот, керамики и вот, производство берестяного промысла. Возрождение традиций. Смотри, сколько средств уже перечислили люди. Там надо очень много, на самом деле. Еще даже половина не собрана. Что планируют вообще авторы? При помощи наших мастеров мы планируем расширить уникальную, уже созданную коллекцию кружек из бересты, сделанные руками слабовидящих. То есть они таким образом еще добавляют рабочие места. Вот они прям так и писали в своем проекте. Первые 325 тысяч рублей позволят запустить производство нового формата. То есть они уже, я так понимаю, запустили производство. И еще на оставшиеся денежки смогут купить оборудование, которое поможет обработать эту самую бересту. Ну, неплохо. Я как-то был на молодежном форуме в качестве артиста. И там видел стаканы из яблок. Ого. Из переработанных яблок. Не знаю, честно, не видел больше их нигде, кроме там. Вот, на создание одного яблока, помню, на создание одного стакана уходило 4 яблока. Говорит, очень экологично. Вот сейчас как раз сезон яблок был, можно было стаканов наделать. Если вы, кстати, я вижу, если вы будете ходить и видите оборванные без коры деревья, то это, может быть, это не какие-то вандалы или хулиганы. Это, возможно, люди вот делают кружки. Я хотела вам задать такой вопрос. Как вы думаете, для чего береста? Для формы? Береста для того, чтобы не обжигать свои пальчики. А, то есть тут все очень просто. Классное изобретение. Это как в кофе, когда берешь, так тесто, такую сучку, стаканчик делают. Классно. Могли бы в бересту. Могли бы в бересту, да. Но если бы я пришел в кофейню, меня в бересту завернули, я бы такой, так, что-то сменилось у нас, да, походу, снова? И он в лофтях стоит, в рубахе русскобородной. И кофе. Вот такой есть проект. И следующий. Календарь. Календарь называется «Наличники 2021». От автора. Я представлял теплые пожелтевшие листы, ровные, но не идеальные ряды, фотографии, подписи к ним, даты, адреса. В общем, он давно в идее вынашивал вот этот проект. В какой-то момент у него скопились множество фотографий вот этих самых наличников, и пришла идея, а почему бы не создать календарь? Ага, то есть обычно что на календаре? Какие-то известные группы, котики, собаки, девчонки. А тут, друзья, наличники. Да. Так. Это, смотрите, это юбилейный будет выпуск календаря, то есть уже сколько-то календарей. Да, он уже запускал, но там были не наличники. А тут юбилейный, он хотел, вот как-то что-то необычное сделать. В чем будет еще фишка? Он полностью монохромный. Ни на одной из 14 страниц календаря нет ни единой цветной вставки. То есть, получается, в январе будут серые наличники, и, в принципе, в марте серые наличники. Ну, такой вот год, может быть. А у меня знакомый недавно... 2020. Да, серые наличники. Создал аккаунт в Инстаграме, где фотографируют заборы ПО2. Это бетонные заборы, вот такие, которые везде, знаете, ограждены, все такое. Фотографируют в разных городах. Он путешествует по миру, по России очень много, и фоткает эти штуки. Недавно его опубликовал журнал известный, то есть, что вот такие есть такой аккаунт. У него подписчиков очень много. И, ну, видимо, людям нравится все, то есть какой-то классический вид, который они просто до этого не замечали. Я тебе раскрою, в чем тут фишка, что в том проекте, который рассказал ты, и в том, о котором сейчас рассказываю я, все очень просто. Вся прелесть в деталях. То есть автор пытается нам намекнуть, что каждый наличник особенный, и каждый завиток неповторим. Вот он тоже об этом много писал. Ну что ж, да, классный проект, если он кому-то необходим. Удачи авторам, пожалуйста. Пусть зарабатывают и печатают больше календарей. Хорошо, на этом все? Да, на этом у меня все. Ну что ж, спасибо тебе огромное, Ирин, хорошего вечера. Мы прощаемся с тобой и переходим дальше. Между прочим, двигаемся, потому что у нас, во-первых, хорошая новость есть. Все, друзья, технические причины все устранены. В группе ВКонтакте «Девятка ТВ» Киров идет трансляция. Ура! Пишите комментарии. Сегодня мы обсуждаем необычное название коктейлей. Вы можете их присылать туда, рассказывайте.
про ингредиенты, рассказывайте, каким образом можно употреблять, возможно, да, необычным способом подачи, да, какая-то, да, есть. А, может быть, в кружке из бересты его можно преподнести. В общем, все, что связано с подачей, все, что связано со вкусом, все, что связано с названием, ждем именно там. Вдруг вот здесь коктейль-ладошка, допустим, вы просто берете все, как со стола, вот так вот чай разлили сюда в ладошку, вот вам коктейль-ладошка. Необычная подача, необычная подача. Да. А есть, знаешь, коктейли, которые связаны, например, коктейль-высота, коктейль «Седьмое небо». Ага. Это все, что подают на борту самолета. Мне кажется, все там намного вкуснее. Знаешь, почему? Mm-hmm. Потому что там, если стюардесса симпатичная, красивая и заботливая, то полет пройдет идеально. Видимо, на других рейсах каких-то летаю, мне обычно максимум, что воду могут подать. И то там обычно мужчина подходит, вот. Другим классом. Давай сейчас зададим как раз 9 глупых вопросов о нашей героине стюардессе. Давай. Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях, но боишься спросить напрямую? Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов представителям какой-либо профессии, и они расскажут, как все есть на самом деле. У нас есть в хвосте специальная дверь, мы ее потихонечку открываем и выбрасываем туда всех неугодных нам пассажиров. Меня зовут Дарья, я стюардесса. Нет, конечно же нет. Это две противоречащие друг другу, так скажем, установки, потому что стюардесса должна поддерживать на борту как раз-таки аэрофобов, чтобы они пребывали всегда в хорошем настроении. Стюардесса всегда должна улыбаться. Даже если наш самолет падает, стюардесса все равно будет улыбаться. Но поверьте, в любом случае всегда все будет хорошо, потому что самолет – самый безопасный вид транспорта, поэтому как бы критично все ни было, да, все будет хорошо. На самом деле это настолько заезженная процедура, что я не думаю ни о чем. Либо периодически могу думать о том, что ага, сейчас прилечу домой, буду делать то-то, то-то, то-то. Поэтому, в принципе, да, у меня внимание куда-то уходит, а рот повторяет уже давно запомнившиеся фразы. Да, это действительно так. То есть, может быть, в начале своей карьеры у стюардессы еще неплохой слух, потому что все-таки мы проходим медкомиссию. Мы должны уметь улавливать какие-то тонкие звуки, потому что, может быть, где-то предохранитель выбил или еще что-то, мы должны реагировать на это. Но по долгу профессии, да, по стечению службы, шум двигателей, шумы самолетов на аэродроме, постоянный галдеж пассажиров, да, это все негативно влияет на слух, и, к сожалению, спустя годы слух очень портится. Ну, я даже не знаю. На самом деле, моя мама тоже была бортпроводником. По рассказам моей мамы, пассажиры очень часто контактировали с бортпроводниками, старались как-то с ними общаться, взаимодействовать. И, к сожалению, сейчас эта тенденция уходит, и пассажиры стараются как можно больше абстрагироваться от стюардесс, вообще от всего внешнего мира. Они надевают наушники, и то есть единственное их взаимодействие – это «можно мне, пожалуйста, такой-то напиток или такую-то еду?» А так, в целом, к сожалению, нет. Ну, либо спрашивают, куда следующий рейс? Вот, наверное, самый популярный вопрос, они интересуются, куда дальше? Все. Это актуально только на рейсах по России. Иностранные граждане никогда не аплодируют по окончании полета. Это присуще только нашим русским пассажирам. Не знаю, возможно, для нас это до сих пор какой-то, не знаю, пик цивилизации, то, что самолеты многотонные поднимаются в небо, и они с таким восторгом аплодируют, мол, ура, мы выжили. Иностранцы так не делают. Потому что, когда пассажиры приходят на рейс, который там в 5:30 утра, например, с время вылета, и они приходят все замученные, уставшие, ненавидят весь мир, но когда они приходят и видят красивую, обаятельную, привлекательную, молодую, улыбающуюся стюардессу, у них сразу поднимается настроение, они думают, жизнь прекрасна. Очень такой больной вопрос. Потому что, ну, мне кажется, это осталось, особенно это присуще людям, которые еще выросли в советское время, стюардессам, которые из той эпохи, потому что жалко, согласитесь, выбрасывать еду. То есть если она осталась целая, например, даже тот же кусочек хлеба, это вообще считается грехом выбрасывать этот хлеб, но, к сожалению, по правилам авиакомпании мы обязаны это все утилизировать. Мы не имеем права это забирать с собой, но это не значит, что нам не хотелось бы. Ну, у нас, вы не забывайте о том, что у нас есть и стюарты, у нас есть и мужчины, поэтому нулевой размер также имеет место быть.
Сегодня мы, друзья, обсуждаем коктейли «Необычные названия», но и также готовы с вами пообщаться в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Там уже есть несколько комментариев, несколько десятков даже, я бы сказала. Ну что ж, давайте начинать. Нарния — это когда после нескольких коктейлей окажешься во сне, в сказке. Ну, это, может быть, ромашковый чай тоже будет на рне, потому что можно сразу оказаться во сне. Коктейли сладостей нам предлагают сладкий сон, почему бы и нет. Оксана Новенькова, угомонин — это такой безалкогольный коктейль для активных детей. Ну, ей виднее. А, там на неведомых дорожках, когда выпиваешь, понимаешь, как решить ту или иную проблему. Угу. Может быть. Шило на мыло, не спрашивайте, просто хочется такой коктейль. Коктейль в... Высыпайка. Вот тут выпил, недосып прошел. Ну да, это как это обычно к кофе относится, или какой-то кофейный, наверное, был бы коктейль, да? Возможно. А вечерняя вятка такой же красивый, как Алена, и такой же качественный юмор, как Николая. Коктейль, юмористический коктейль, это, знаете ли, уже очень странная тема какая-то. Ну что, друзья, много разных коктейлей. Вот коктейль «Храброе сердце» выпил и потянуло на подвиги. Константин Салтанов предлагает коктейли для автомобилистов, тормозуха или незамерзайка, вот, пожалуйста, тоже можно придумать какие-то такие. Но я надеюсь, это соответствует цвету просто чисто. А, кстати, по-моему, коктейль тормозуха где-то даже есть. Да? Да, я где-то даже слышал про такой коктейль. Потому что... А что, чтобы был коктейль антидепрессант, выпил и будет легкое отношение ко всем проблемам? В преддверии Дня народного единства, дружба народов в разных частях очень странное количество. Никита Нечаев, что у вас случилось? Что происходит? Ну, что вы такой коктейль написали-то? Ольга Костель, коктейль интеллектуальный, а выпил и резко поумнел. О, вот это важно. Как в фильме в этот «Области тьмы», где он оп, и сразу стал умнее гораздо, несколько раз. Вот. Сразу логарифмы решили? Да. Вот. Мамин коктейль, мой любимый, молочный смузи-коктейль из банана, клубники, молока. Вот. Только кроме меня его никто не пьет. Но вот, это... ребята, записывайте рецепт, вкусно. Да, мне кажется, а что тут может быть не так? Вот. Может, просто мама никому бросили, кроме вас, не готовит? Может, поэтому никто не пьет? А так-то все ингредиенты, которые только и хочется выпить и съесть. Артем Жгулев, умелые ручки, вот так вот, замечательно. Это, наверное, тот, кто готовит коктейль больше. То есть это коктейль от бармена такой прямо, от шеф-бармена. Есть, наверное, шеф-повар, если, значит, есть шеф-бармен должен быть, по идее. Потому что скоро мы об этом узнаем. Да. Оксана Новикова, я хочу коктейль «Молодильные яблочки». А говорят же, есть такие коктейли, как раз которые выводят токсины, там, по-моему, входит петрушка, по-моему, что такое. Огурец какой-то. Чаще всего они очень невкусные. В общем, надо узнать. Чаще всего там есть сельдерей, шпинат, петрушка и что-то на основе огурца. И думаешь, так это вообще, что я? Просто сильно измельченный салат как будто какой-то. Ковиду нет. Тема это бесит уже, но все равно это первое, что пришло на ум. Наверняка там должен быть имбирь в этом коктейле, да? Мы уже почему-то за вас додумываем ингредиенты, поэтому пишите нам их, чтобы нам не пришлось фантазировать. Хочется придумать такой коктейль, чтобы хорошо взбодриться с утра и назвать его энерджайзер. Ингредиенты пока подбираются. Почему нет? Подбирайте ингредиенты. Может быть, это даже коктейль не обязательно из продуктов. Может быть, это коктейль из каких-то действий. Там, допустим, умывание, музыка, что-то еще. Может быть, такой тоже коктейль может быть. Да. Коктейль «Бабушка». Если до конца не выпьешь, то сладкого не получишь. Вот это, скорее всего, тот же коктейль вот с петрушкой, шпинатом и всем остальным. Такой. Обычно он такой всегда. Если тебе что-то говорят, пока это не съешь, вот сладкое не получишь, то что-то первое, скорее всего, невкусное для тебя. Вот. Добрый вечер. Вопрос к ведущим. Часто ли вы пересматриваете свои эфиры «Вечерней вятки»? Каждый день. Свои пересматриваю каждый день. Мне хватает суток. Пансионат энергетиков. Было бы неплохо вот такой коктейль. Да. Это, видимо, большая упаковка, как будто бы. Коктейль отопления. Сначала холодно, потом чуть тепло, а потом, как бармен нажалуешься, становится жарко. Видимо, какая-то актуальная тема с отоплением сегодня у Максима Кропотова. Максим, давай там что-то, батареи можешь прибавить, как-то прикольно будет. А, коктейль «Папик» выпил, чувствуешь себя обеспеченный и богатый. Ну и последний коктейль, который прочитаем, потому что, друзья, у нас уже в эту студию рвется к нам наш гость, мы не можем его не пригласить. Но вот еще один коктейль от Натальи Поповой. Коктейль «Разбудильник», друзья. Я так понимаю, каждый будний день надо по утрам принимать, да, друзья? Это, кстати, телекоктейль, я бы даже телекоктейль, так сказала. Телекоктейль, да. Кстати, можно так и назвать, потому что это телекоктейль из разных рубрик, сюжетов. Так что тут действительно тоже все намешано достаточно в равных пропорциях, необходимых для того, чтобы проснуться каждое утро. Так что смотрите по утрам, ну а пока в эфире «Вечерняя вятка», и мы встречаем нашего гостя. Да, ура, наконец-то. Вот, это у нас тут не просто так, сейчас вы все поймете, надо посмотреть профайл. Кто же он? Узнаем прямо давайте, сейчас. Давайте.
Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у вечерней вятки профессиональный бармен, неоднократный чемпион в направлении флайринг Роман Беляев. И сегодня вы сможете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. А вот и он, друзья, Опа. Повелитель, мне кажется, что стаканов, бутылок. Всем добрый вечер. Всем здравствуйте. Да, очень Роман странная... Беляев. Да? Да. Странная строчка в резюме, победитель стаканов и бутылок. Нет. Он даже больше такой, наверное, фокусник. Но вы сегодня все увидите. Мы пока не будем раскрывать всех секретов, потому что расскажи сам тогда немножечко, да, как правильно называется твоя стихия барменская? Все просто. Это называется флэринг. Как это расшифровывается? Флэринг — это с английского языка летящий по кругу. То есть и чем мы занимаемся, это все то, что мы берем в руки, у нас все начинает крутиться и вертеться. Вот. Так, расскажи, сразу ли у тебя все закрутилось и завертелось, или были Слушайте, все-таки какие-то? Если честно, это начиналось еще с глубокого, не знаю, какого-то детства. Мне все, знаете, как бы я что не брал, да, в руки, меня все подкидывал. Даже до того, как я начал работать барменом, работал поваром, я уже жонглировал какими-то фруктами, сиропами, вот. Как-то так. То есть... Неплохо. И когда уже я, так сказать, пришел уже в барменскую индустрию, да, и уже имел какой-то опыт с этим. То есть вот так вот. Так, ну что, у нас здесь на столе есть некие такие атрибуты. Расскажи немножечко о них, для чего они вообще нужны. Для чего нужны? Да, что это такое? Как называется и что это такое, да. Да, ну это называется бутылка. О, это интересно, все запишите, да, очень необычно название. Все вот, многие спрашивают, для чего это пипетка, да, или как-то еще ее называют. Это все просто, это называется гейзер, это чтобы был ровный налив, да? То есть чтобы выливалось. Не плескалось. Да, когда, да, да. А то, знаете, когда начнет наливать, бутылка. Это трубочки. Да. Да? Это мы Пока знаем. Давай просто. Какие-то необычные, вот гейзер, просто. Например, да? Ага, необычные. Ну, из необычного тут, знаете, шейкер, то, что, ну, все тоже слышали уже об этом. Есть также различные инвентарь, но которого тут нету, допустим, стрейнер, джиггер, сквизер. Вы ругаете сейчас Роман? Нет, пока очень так. И это просто все вспомогающее для того, чтобы сделать коктейль. Эти волшебные бутылочки. Что в них? Это в них это ничего, если честно. Это муляж бутылки. Для шоу. Да, да, да. Именно, ну, либо какую-то как-то практиковаться. Может, хотите попробовать какой-то такой несложный элемент? Конечно, что-то. Хотим. Да? Классно. О, вот слушайте, не зря они практически в цвет сегодня. Да. Я Смотрите. Специально. А, как-то уже умеете, да? Нет, просто привычка. Машинально что-то вот так обычно. Я Смотри. Просто когда вот так все время наливаю, вот так обычно. Оп. Смотрите, берете бутылку за горлышко, да? Так. Выпрямляете руку. Да? Правый так получается. Да, можно и левый, как вам удобно. И наклоняете. Ну, это просто наливаем. Да, это вы умеете. Ой, слушайте, это интересно. Пока... Слушайте, пока все легко. А что вы вообще пришли как гость? Что тут? Пока ничего сложного. Давайте что-нибудь такое другое попробуем. Вот именно не с бутылкой, не с шейкером, а с трубочкой. Хорошо. Смотрите. Вот, не знаю, получится, не получится, сидя. Берем трубочку на руку, да, на центр. Можно мы будем повторять? Это видно, нет? Видно, да, сейчас. Да, так. Берем. И ловим. То есть, это смотрите, что сейчас было? Ага. То есть в этом ничего сложного нет. Смотрите, берете трубочку на центр ладошки, да, кладем. И когда начинаем руку вверх поднимать, у вас трубочка закручивается по ладошке. То есть вот так вот вверх движение. Попробуйте. Оп. А, не закрутилось. Надо посильнее. Вот, вот, вот. Николай, у вас есть способности? Так, вот. Все. Силы. У меня силы просто нет. Смотрите, да, да. Надо именно вверх так как бы ее подкидывать. Так, друзья, смотрите. У него лучше получается. Конечно, он профессионал. Вот, берем вот так. Вот так. Вот видите, трубочку. Все здесь. Все взяли сейчас трубочку, телезрители, да, надеюсь. Опа!
Тебя до бутылок не допустят, мне кажется. Вот так делать нельзя. Вот так делать нельзя. Надо делать как Роман. Вот запомните. На самом деле тут ничего сложного. Ну, просто я вам скажу, что сидя, да, неудобно. Хорошо. У нас есть вопросы. Кстати, вы тоже можете это сделать, друзья. Каждый зритель может, во-первых, и повторять за Романом, во-вторых, писать ему вопросы в группе ВКонтакте «Девятка Твагиров», получить сегодня классные подарки. И также мы сегодня обсуждаем название новых коктейлей. Кстати, какое вы слышали необычное название, например? Ой, слушайте, если честно, много слышал таких необычных названий, особенно от гостей, которые уже приходят в заведение, уже такие в таком хорошем состоянии. Вот, и, конечно, не за первым коктейлем, как говорят. Не за первым коктейлем, да? Да, 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 да. И там есть такие названия, которые лучше здесь не говорить, да? Там, вот. У нас сегодня только эфирные названия. Роман, мечтаете ли вы заниматься своим делом до самой пенсии? Если нет, то что потом? Вот это, кстати, такой уже часто задаваемый мне вопрос. На самом деле, нет, конечно же, не до пенсии. Все, что вот сейчас я делаю, да, вот чем я сейчас занимаюсь, это уже по большей части как мое хобби. Да? То есть вот я занимаюсь флэрингом, и это уже как мне нравится. То есть я этим занимаюсь, и уже, знаете, это нет такого, что я буду пожизненно этим заниматься или еще как-то. То есть пока что это, этим занимаюсь, это приносит какие-то денежки, и почему бы нет? Давай быстро сейчас перечислим, какие есть названия коктейлей, которые нам зрители прислали. Ага. Коктейль «Звездочка». Замучишься, пока пьешь, но не знаю. Наоборот, нанюхаешься, да, учитывая название «Звездочка», то есть больше такой. Я бы вообще тяжело очень, мне кажется, вообще выпить такой коктейль не принято. Коктейль «Высыпайка». Вы уже читали об этом. Да. Коктейль «Хрустальная сова». Выпил и видишь друзья. Вот так вот. Это для интеллектуалов. После интеллектуального коктейля. Коктейль «Антикоронавирус». Коктейль «Валентин». После него хочется на дачу и пансионат рисовать натюрморты. И коктейль «Храброе сердце». Выпил и потянул на подвиги. Тоже, мне кажется, уже читали. Ну что, друзья, задавайте. Еще один. Коктейль «Вересники». Его всегда наливают до краев, иногда даже переливают. Может быть такой, кстати. Пора ввести в Кирове такой коктейль, достаточно интересный. А вот еще есть коктейль «Ночной дозор» на основе эликсира правды. Вот. Кстати, интересно. А вы занимаетесь именно больше вот этим вот шоу, правильно я понимаю? Сами коктейли не составляли? Или все-таки есть какой-то авторский? Ну, смотрите, уже, то есть, как такого авторского нет. Уже все, что можно было придумать, уже все придумали. А есть просто, допустим, какие-то изменения на классические коктейли. Допустим, который мне нравится коктейль, я не знаю, можно это говорить слухи или нет. Алкогольное, конечно же, нельзя, можно только название, если оно возможно, эфирное или нет. Ну, тогда никакие. Ну, смотрите, ну, самый, который вот мой любимый, это виски саур называется, коктейль, да, то есть вот так вот, или коктейль Негрони. Ну что, мы прямо сейчас... Да. Есть еще комментарии? Конечно, давай. Конечно, комментариев уже все. Люди почувствовали запах Романа. Шоу. И все. Да, и понеслось. Из чего можно приготовить такой коктейль? Коктейль «То не знаю что». Из чего можно приготовить такой коктейль и для кого он будет актуален? То, что... Еще «То не знаю, знаю что». Что. Смотрите, коктейль самый, допустим, такой вот... Вот все спрашивают, какой мне коктейль выпить? Коктейль — это должен быть тот, который в тему. По настроению, да, то есть нет такого коктейля, который прям вот ты вот тебе нравится, ты можешь его пить постоянно или еще как-то, да. Коктейль тот крутой, который вам в тему, допустим. Пришел сегодня, в хорошее настроение, у тебя такое, пришел в грустном, да, вот такой. Да. А много ли перебили посуды, пока учились? Не без этого. Ну, это в таких, так скажем, специально отведенных местах. А вот, наверное, как и поварам, тут тоже такой вопрос. Сами пьете то, что делаете? Конечно, пробую. Ну, то есть лучше попробовать, чем как бы отдавать, да, то, что ты сделал. Хорошо, друзья, коктейли, конечно же, их можно употреблять, веселее это делать, когда есть вокруг музыкальное какое-то оформление, тогда и коктейль особым образом поднимет настроение. Поэтому прямо сейчас мы узнаем, какие же новинки на этой неделе вышли в пространстве Ютуба. Ну, а сразу после вернемся, и мы уже попробуем, наверное, что-нибудь пожонглировать, показать вам шоу. Давайте. Всем привет! Это топ-5 новых клипов по версии шоу «Вечерняя вятка». Начинаем! Открывают наш топ девчонки-красавицы. Катя Адушкина и Ева Тимуш представили новую совместную работу «Не переживай».
песне поется о том, что нужно быть проще и меньше заморачиваться по пустякам. Что касается клипа, то это не полноценный клип, а мут-видео. В клипе девчонки постарались передать атмосферу беззаботности и веселья. Да хочется пати, но все так устали, не встать мне с кровати, повсюду на пасти. Да хочется пати, и отдых на Бали, мне нервов не хватит, так что не переживай. Не переживай, все найс. Не переживай, нервов не хватит, мне не хватит на все. В честь своего дня рождения Николай Басков подарил поклонникам свой новый клип, снятый композицией «Любовь бессмертна». Артист на видео появляется лишь мельком и выступает в роли рассказчика и зрителя. Главные роли в клипе исполняли актеры Анна Снаткина и Дмитрий Пчела. Они поведали зрителям удивительную и трагическую историю любви, которая не оставит никого равнодушным. Мы, в свою очередь, поздравляем Николая с прошедшим днем рождения и дарим ему 4-е место в нашем топе. Сердце незаметно. Я понял все, я понял, что она бессмертна. К тебе, любовь моя бессмертна. Едва любовь коснулась сердца незаметно. Я понял вновь, я понял, что бронза сегодня достается участнице команды Dream Team House, блогеру и исполнительнице Ане Покровской. Девушка представила клип композиции «Парень из села». Главную роль в клипе исполнил коллега артистки по лейблу Артур Бабич. Он настолько регулярно мелькает в роликах Ани, что артистам даже приписывают роман. Быть может, Артур и правда тот самый парень из села? Парень из села, не для тебя села. Вчера была ворона, теперь у меня. Совсем немного не хватило Сергею Лазареву до победы. Сергей представил для нас видео на песню «Я не могу молчать». Клип содержит не только специально отснятые кадры с исполнителем, но и нарезки реальных свадеб людей, которые отправляли ему видео со своего бракосочетания. По словам Сергея, в клипе важнее не сюжет, а атмосфера счастья. Он назвал работу гимном свадеб этого лета. «Никогда не молчите о своих чувствах», – советует артист. Я не могу молчать, не могу, ведь я люблю, и это сводит с ума. Я так хочу кричать, как я люблю сильно лишь тебя, только тебя. Я не могу молчать. Я не могу молчать. Совсем недавно стало известно, что Тимати станет главным действующим лицом нового сезона популярного ТВ-шоу «Холостяк». На почве этой сенсационной новости между бывшей звездой лейбла Black Star и певцом Егором Кридом, который ранее тоже участвовал в «Холостяке», завязался полушуточный биф в соцсетях. Кто-то поверил в серьезность ссоры между артистами, а другие сразу увидели в этом пиар-ход. Как оказалось, последние были правы. Тимати и Егор Крид завершили свой биф, выпустив совместный клип «Звездопад». Оценить работу сегодняшних победителей вы сможете прямо сейчас. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай,
давай, давай, не ленись, снова дай мне прикин. Я опять один по жизни, снова номер. На сегодня все. Это были топ-5 новых клипов по версии шоу «Вечерняя Вятка». Всем хорошего вечера. Пока. У нас в гостях Роман вот Беляев, вот. И прямо сейчас будет настоящее волшебство да, нашего сейчас гостя. Сейчас не играет гимн, не подумайте, что мы резко вскочили с места. Сейчас Роман просто будет драться. Кто знает? Я наготовил. Да-да-да, все, показывай, Ром, все, что ты хочешь нам показать. Начнем? Да, давай, вперед. Давайте пару движений таких. Опа! Оп. Сейчас пока... Это называется как-то прокатка или что-нибудь такое? Да, это прокат. Прокат. А, ну, сейчас давайте немножко посложнее. О, ты закрыл глаза в самый ответственный момент. Ого, ну, ребята. Оп. Есть вероятность, что ему тоже страшно от этого. Я, Ром, пока ты делаешь, я буду говорить комментарии, вопросы да, задавать, давай. Попробуй отвечать. Дома подкидываю, ловлю трубочку, домашние смотрят, как на дурочку. Стихотворение. Да, стихотворение, но практикуйтесь, это интересная тема. Бармен — это психолог? Как часто приходится принять методы психологии? Самый курьезный случай из практики. То есть многие люди приходят и начинают высказывать какие-то свои проблемы или еще что-то, и ты всегда выслушиваешь, и чем-то ты пытаешься помочь им. Вот. Класс. Да. Мы в шейкер добавим любви и веселье, от наших коктейлей не будет похмелья. Никита Нечаев исправился с нас. Как начать заниматься таким видом бармен-шоу? Есть какие-то специальные школы? Да, есть, конечно же. До всего до этого я, конечно же, сам преподавал и показывал, как это все делать. То есть база, с чего начинать и как все делать. Ну, прежде всего, если ты хочешь этим заниматься, то надо, конечно, получить коктейли и все с этого. Ну да, странно, ты просто ничего не сделаешь человеку, будет странно, да. А самая дорогая разбитая бутылка? Слушайте, ну такого не было. Мы всегда показываем точные моменты, то есть, так сказать, не рискуем. Берем уже такие дорогие бутылки, только когда уже максимально готовы к этому. Да. Да, хорошо. Так, Роман, добрый вечер. Ребенку на день рождения хотим провести бармен-шоу. Можно мини-мастер-класс? Я предлагаю прямо сейчас. Да, давайте вот сейчас возьмите руки. Бутылки пластиковые, если держите. Можно, да. Специально такие вот. Смотрите, берем просто вот три бутылки, да, и вот сейчас с такого несложного начинаем движение. Да, действительно. Это абсолютно несложно. Абсолютно легкотня. Вот пока вот клипы смотрели, я вот то же самое сейчас сделал. Рома говорит... Вообще, ребята. Ну что, простота. Я чуть-чуть испугался даже от такого простоты. Пишут, что да, солидарный данный коктейль великолепен, который назвал Роман, самый классный. Сколько стоил самый дорогой коктейль, который вам заказывали? Слушайте, сейчас вспомним. 1003, наверное, 4 где-то так. А вы чисто накрутили? Или там нет, чисто накрутили вот этими бутылочками, ребят. И было, и да, и тоже не без этого. Ха-ха. А во сколько у барменов пенсия? Во сколько пенсия? Во столько, сколько у всех? Ну да, да. Хорошо. Тут еще пишут, молочный коктейль с солеными огурцами, отличное настроение. Ну, ребят, ну что? Кто знает, кто знает, да. Шейхер так быстро катается по Роману, что камеру не успевает фиксировать движение. Не знаю, можно еще раз попробовать. Слоумо попробовать? А? Как в слоумо сделать, чтобы медленно... Давайте еще раз попробуем. Оп. Ух ты. Ну все, сейчас... У вас какой-то магнит встроен? Нет, на самом деле все без магнита. Это, как многие еще тоже говорят, это талант или еще что-то. Нет, на самом деле это просто тренировки. Всему можно научиться. Ловкость рук. Да. И это тоже. Я знаю, что вы еще работаете с огнем. Да, конечно. А каким образом, расскажите? То есть... Простым образом. Это все поджигается. И бутылки? Начин... Да. Ну, то есть сверху, не сами бутылки поджигаются. Поджигаются сверху, допустим, я делаю салфетки, и поджигаются, и начинается все это крутиться. Как коктейли Молотова примерно. Да. О, прикольно. А это случайно вышло как-то? Что-то загорелось, такое типа, буду так дальше жонглировать. На самом деле нет, не случайно. Такая небольшая предыстория, когда я первый раз... решился попробовать с огнем поработать и выпустить огонь изо рта. Это, знаете, как проходило? Я сделал такую марлю на голову, да, вырезал для рта такую дырку, набрал, значит, этот бензин, и когда выпускал,
И как бы все, когда брызнул, да, выпустил огонь, и все, и такой думаю, а, ничего сложного, скинул еще раз, и все, и с этого все и началось. Ребята, только, пожалуйста, с огнем нужно работать под присмотром, конечно. Да, и это уже высшая, мне кажется, какая-то степень, да, после того, как вы научитесь уже. Да. А нет поэтому страха, дома что не делайте. Брови пропадут в какой-то момент. Нет, ну сколько уже было, то есть, пока да, все, да, все, пока, ну, что вопросов, пока что на месте. Да. Ну что, друзья, давайте прямо сейчас прервемся. Да. У нас есть рецепт ужина, сразу после продолжим читать ваши комментарии. Всем здравствуйте, меня зовут Мария Казакова. Сегодня мы приготовим шашлычок из индейки. И для этого нам потребуется филе индейки. Кстати, можно индейку также заменить на курицу, будет не менее вкусно. Потребуется лимон и листья салата с огурцом для украшения нашего блюда. Также для заправки и маринада нам потребуются специи, соль и перец. И немножко масла. Начнем с того, что порежем филе индейки на крупные кусочки. Сейчас мы будем мариновать индейку, но лучше это делать заранее, примерно за сутки. Вот такие достаточно крупные кусочки у нас получились. Дальше мы их перекладываем в тарелку. Добавляем туда немножко сока лимона. Добавляем соль по вкусу. Конечно, если вы следите за правильным питанием, блюдо солить по минимуму. Также добавляем специи для курицы или индейки. Немножко масла. И маринуем наши кусочки. Остаток лимона мы порежем на четвертинки. Теперь для приготовления нам потребуются шпажки. И мы насаживаем наши кусочки на шпажки. Также добавляем лимон. Лимон придаст нашему шашлычку пикантность. Можно кусочек индейки прокалывать даже в двух местах, чтобы на шпажке она сидела максимально плотно. Вот такой шашлычок у нас получился. Делаем еще один. Аккуратно насаживаем кусочек за кусочком, не забываем про лимон. Вторая шпажка с индейкой у нас тоже готова. Теперь переходим к этапу запекания. Мы предварительно разогрели духовку. Теперь нам будет нужна форма. Мы смажем ее капелькой масла. Я всегда использую кисточку, чтобы масла требовалось меньше. Теперь перекладываем наш шашлычок на нашу форму. И отправляем в духовку. Примерно на 20-25 минут. Температура 180-200 градусов. Ну что, прошло 25 минут. Наш шашлычок уже готов. Осталось его достать и приготовить для подачи. Теперь украсим наше блюдо дольками огурца. Вот такой замечательный поджаристый шашлычок у нас получился. Приятного аппетита! У нас сегодня в гостях, друзья, Роман Беляев, бармен. Бармен-шоу, которое он делает просто потрясающе. Мы вам уже это демонстрировали. Если пропустили, то пересмотрите наш эфир. А пока читаем ваши комментарии. Ага. Роман, любите ли вы разговорчивых посетителей, которые хвалят ваш напиток, или которые молча смакуют? Слушайте, ну то и это, да, как бы, конечно, нравится. Хорошо, вопрос. О чем мечтаете? Чего бы хотелось достичь в вашем искусстве? До всего до этого...
до этого вируса, были различные соревнования, и, конечно же, хочется уже выше подниматься и расти, ездить и занимать какие-то уже такие хорошие места. Не только у нас в Кирове, да, как бы уже на протяжении скольки лет я тут как бы первое место, а также и, допустим, брать уже выше. Ну, вот так. Хочется куда-то выехать. И выехать тоже хочется. Просто даже не смысле, просто не соревнование, просто куда-то выехать. Ну еще вопрос. Вам в цирке не предлагали работать, а коктейль назвала бы мурашками? Вот это красиво. Это прикольно. Слушайте, в цирке предлагать не предлагали, но многие говорили, тебе просто надо идти в цирк. То есть я вот это часто тоже слышу. То есть это... Кстати, было, я тоже от человека, который в цирке работал, то есть который жонглировал, он говорит, блин, очень прикольно смотрится. Это мы с ним поговорили, он говорит, это немножко другой хват, жонглирование и все. Он говорит, это как-то интересно смотрится. О, вот это не классическая школа жонглирования, да, там по-другому. Да, там по-другому. Из-за того, что бутылки, они из-за своих этих кругов обручи не наливают потом ничего, а тут надо немножко по-другому. Ну что, видим, что вам интересно, друзья, пора заканчивать эфир и подводить итоги. Спасибо большое за вашу активность. У нас сегодня много подарков, и прямо сейчас мы начнем их дарить. Да, бери подарок. Первый подарок, давай вот скидку. Да, скидку 20% наш на монтаж получает Дмитрий Долгих за комментарий «Коктейль Вересники». Его всегда наливают до краев, иногда даже переливают. Щедрость, щедрость. Отчасти видна даже боль немножечко Дмитрия в этом вопросе. Хорошо. «Повелитель драконов». Ой, получается супер оригинальный комментарий, который называется «Повелитель драконов». Да. Ирина Береснева, вот молодец, видите, работает, в общем, да, это. Отличная постера у него у вас. У нас также есть подарок от Романа, да, вот такая волшебная шкатулочка. Да, получает его Катюшка, если что, я правильно, прям дословно читаю, Катюшка Клинова, вопрос. Про мурашки. Про мурашки, да. И в цирке не привали работать. Вот это замечательная коробочка. Я вам сейчас покажу, чтобы все видели. Вот. Там секрет. Там секретный что-то. Да, там атрибутика бармена. То есть, все. Как... Вот, может быть, сейчас как раз... Катюшка Клинова начнет свое движение по барменской иерархии. Ну и последний, друзья, подарок. Это вообще огромный пакет со сладостями. Его у нас получает Владимир КВН за вопрос, какой самый дорогой коктейль, который вам заказывали. Ну что, друзья, это была вечерняя Вятка. Смотрите нас каждый будний день. Сегодня у нас в гостях был Роман Беляев. Смотрите за его инстаграмом, следите за его замечательными шоу. Николай Захарченко. Алена Милина. Всем спасибо большое. Хорошего вечера. Пока-пока. Пока.